запечатлен. Портрет одной прекрасной дамы, ее глаза в иные дни обращены. Там хорошо, там лишних нет, и страх не властен над годами, и все давно уже друг другом прощены. Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно, и музыканты все в парадных пиджаках, но с каждой нотой, Боже мой, иная музыка целебна, и дирижер ломает палочку в руках. Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и напрасной, но вот о чем я сокрушаюсь иногда. Ведь что мы сами, господа, в сравнении с дамой той прекрасной? И наша жизнь, и наши дамы, господа. Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, благосклонна, и к ней за это благосклонны небеса. Конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса. Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны, и все давно переменились адреса.